Нам очень актуально, вот в условиях цифровой трансформации, актуальнее, чем ранее, наладить диалог государства и бизнеса, сделать, точнее, его более эффективным. 24 вопроса для гендиректора научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимира Басько. Общество начинает себя самопроектировать, как гусеница превращается в бабочку. У капитализма цель была, у трансформации. Ради наживы, ради социальных благ стали это все внедрять. Стали все это использовать, и все изменилось. Вы пользуетесь Фейсбуком? Как правило, не сильно следим за тем, где какие цифровые мысли доставляем. В мире уже это реально. Есть раны. Совершенно верно. Но это набирает оборот. Это поможет избежать коррупции? Мы не лидер. Но мы к этому стремимся? Мы хотим это. Смотрите в четверг. Только на нашем канале.